В октябре этого года вы ездили в Иерусалим для того, чтобы встретиться с патриархом Иринеем. Зачем была предпринята эта поездка? Мы знаем лишь то, что патриарх Ириней был низвергнут с патриаршего престола якобы за незаконную продажу земель и строений. То, что вот сегодня происходит, то, что происходило на протяжении последних этих 7 лет, как правило, православные христиане, допустим, на нашей русской земле, мало имеют представления. То есть, в общем, знают, что он заключен, что он сидит за решеткой. Но вот как бы нюансов всех не знают. И поэтому вот, по благословению я выехал в сентябре-октябре в Иерусалим, в Израиль, для того, чтобы встретиться с патриархом и осветить вот эту проблему так, как она есть на самом деле. Люди могут сказать, что какое нам дело, что происходит в Иерусалимском патриархате? Мы живем как-то оторваны друг от друга. Вселенская православная церковь – это единый организм, это единое целое, это соборная церковь. И поэтому все, что происходит в том или ином патриархате, в той или иной епархии, даже в том или ином храме, оно обязательно сказывается на всем церковном организме. К сожалению, мы сегодня осознание соборности, мы, как правило, это утеряли. И поэтому многие беды, и в том числе, в первую очередь, духовные, они связаны с тем, что православные христиане, они стали атомизированы. То есть каждый живет в своем приходе и не интересуется, что происходит в соседних приходах, в соседних епархиях, во всей поместной церкви или, допустим, в соседних поместных церквях, вообще во Вселенской Православной Церкви. И как бы вот вообще никак не интересуется и не считает вправе вмешиваться в те или иные события, которые происходят во Вселенской Православной Церкви. А так не должно быть. Мы должны жить единой соборной духовной жизнью всей нашей Православной Церкви, интересоваться, что происходит, пристально наблюдать, молиться друг за друга. Вот. И поэтому то, что произошла вот такая вот катастрофа, духовная катастрофа в 2005 году, когда в Иерусалимском патриархате в результате заговора, можно сказать, без преувеличения, масонского заговора, был низвергнут с патриаршего престола блаженнейший патриарх Ириней Иерусалимский. Причем этот заговор был реализован самыми высшими лицами, и политическими, и в том числе, к сожалению, великому церковной, вот, в том числе и патриархи участвовали в этом заговоре. Ну, говорить о значении Иерусалимского патриархата можно много, но укажем только основное, что Иерусалимский патриархат основал сам Господь наш Иисус Христос. Первым патриархом Иерусалимского патриархата был сам брат Господень Иаков. Если рассматривать Вселенскую Церковь как организм, то это сердце Вселенской Православной Церкви. И фактически то, что произошло в 2005 году, то есть незаконное низвержение патриарха Иринея в результате заговора с патриаршего престола, это нанесение, так скажем, условно говоря, ножом в сердце Вселенской Православной Церкви. А были ли случаи в истории патриархата свержения патриарха? Патриарх Ириней является 140-м, он и является до сих пор, потому что низвержение было незаконным. Он является 140-м патриархом Иерусалимского патриархата. За всю историю Иерусалимской церкви не было ни одного случая, чтобы патриарха низвергли с патриаршего престола. То есть фактически это произошло впервые. Впервые в истории Вселенской Православной Церкви. Основным действующим лицом был патриарх Варфоломей, который состоял в общении с греческими политиками, ну и, как понятно, что с политиками, делегированными или непосредственно с мирового правительства. В чем причины этого заговора против патриарха? Патриарх Ириней Иерусалимский был активным антиекуменистом. На празднике торжества православия он открыто, публично анафематствовал католиков, еретиков. То есть он не допускал их на службы в момент православных богослужений. И поэтому, конечно же, на общем фоне, как говорится, вот этой толерантности, терпимости, межхристианской любви, как они сейчас называют, вселенской любви ко всем, всех ко всем, конечно же, он был очень неугоден икуменистом.
και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήνε τα διαβήματα αυτών εις πάν έργων αγαθών. Можно с уверенностью говорить, было решение от мирового правительства, которое выстраивает сейчас антихристианский мир, которое готовит приход Антихриста, которое выстраивает сегодня царство Антихриста, и его ключевым звеном будет построение церкви Антихриста, а это будет церковь, которая объединит все религии. Конечно же, такие люди, а тем более патриарх, он, естественно, он очень им сильно мешал. Поэтому этот заговор был осуществлен. А как произошло свержение с патриаршего престола, и кто стоял во главе этого заговора? Первые два года из своего, так скажем, заключения он еще какую-то свободу имел. Последние пять лет он практически полностью блокирован. Дело в том, что патриарх Иерей находится на территории Иерусалимского патриархата, то есть в комплексе зданий. Он находится в своей келье. И когда произошел заговор, а произошел он по свидетельству его духовных чад, произошел он самым, так скажем, ну, по-мирски гнусным образом. То есть епископы собрались и, как говорится, провели свой незаконный волчий синод, вот, низвергли патриарха Иерея. И как рассказывают очевидцы, то есть патриарх Иерей после пасхальной службы 2005 года пришел в свою келью, и его в этой келье и закрыли. И он позвонил по телефону близким своим людям и говорит, а что произошло, почему я закрыт. То есть это было самое настоящее, как говорится, так скажем, рейдерский захват патриархата. Непосредственным реализатором заговора это являлся епископ Феофил, который сегодня является, так скажем, ну, патриархом Иерусалимским. Ну, конечно же, его нельзя таковым считать. Вот. И самое интересное то, что именно патриарх Иерей хиротонисал Феофила в епископа в феврале месяце 2005 года, а уже в мае 2005 года, как говорится, его духовный, так скажем, ученик устроил вот этот заговор, то есть возглавил, так скажем, и стал патриархом. То есть не только стал епископом, тут же стал патриархом. В этом, конечно же, участвовали греческие епископы, в этом участвовали и православные арабы. Арабов обманули, арабы, конечно, такой народ эмоциональный. И когда оболгали патриарха Иерея, сказав, что он продал якобы земли евреям, там гостиницы евреям, там, и что как бы все это сделано было незаконно, и он вот во главе этого и стоял, то, естественно, подняли арабов-христиан, и они возмущались, а греки-заговорщики, как говорится, которые епископы участвовали в этом, они начали показывать, что вот видите, народ возмущается. И этот заговор, так скажем, состоялся. В Иерусалимском патриархате епископы только греки. И когда состоялся вот этот синод, который низверг патриарха незаконно, епископы заговор этот составили, которые, вернее, были реализатором, как стало позже понятно, что это был, как бы, так скажем, всемирный заговор. Они обратились к патриарху Варфоломею Константинопольскому, Вселенскому патриарху, с просьбой рассмотреть их вопрос и признать их решение законным. И патриарх Иерей, естественно, не признавший это решение, потому что он абсолютно и по уставу церкви было незаконно, и по канонам, и во всех смыслах, даже по-человечески, это было просто подлым поступком. Патриарх Варфоломей Константинопольский, он позвонил патриарху Иерею и сказал, что приезжай в Стамбул, то есть он согласился на то, чтобы рассмотреть этот вопрос, этих архиереев-заговорщиков, и буквально это было принято решение буквально через 3 недели. Там, за какие-то 20 дней. То есть очень быстро он готов был собрать этот свой, так скажем, собор патриархов, чтобы этот вопрос рассмотреть. Патриарху Иерею сказал, что приезжай, я тебе помогу. Вот. Потому что такая же аналогичная ситуация была с болгарским патриархом Максимом, как рассказал патриарх Иерей, когда там заговорщики, епископы тоже незаконные составили синод и низвергли патриарха болгарского Максима, то патриарх Иерей, другие патриархи, они как бы этих заговорщиков поставили на место и, естественно, не признали вот этот заговор законным. Так вот, патриарх Константинопольский Варфоломей, он пообещал патриарху Иерею, что прилетай в Стамбул, я тебе помогу. Как мне сказали близкие люди к патриарху, которые присутствовали с ним на встрече там в Стамбуле, то есть когда патриарх Иерей прилетел в Стамбул, то патриарх Варфоломей ему сказал, что отдай мне 19 храмов, которые у тебя в других странах находятся,
и тогда я тебе помогу. Вот. На что, естественно, патриарх Ириней, как истинный пастырь, как добрый пастырь, вот, он сказал, что я не могу, потому что это мои храмы, это моя паства, я такое сделать не могу. Тогда патриарх Варфоломей сказал, что я тебе тогда не помогу. Ну и как мы знаем, что это решение незаконное этих епископов-заговорщиков было признано законным, что ради мира в церкви и там с формулировками, они, как бы, патриарх Варфоломей, еще несколько патриархов, и в том числе от нашей церкви присутствовал митрополит Кирилл, вот, патриарх Алексей не поехал в Стамбул, они утвердили это незаконное решение. Естественно, патриарх Ириней это решение также не признал и продолжал считать себя патриархом Иерусалимским. Может ли патриарх Ириней выйти из своей кельи в мир и уйти из этого заточения? То, что сейчас он оказался как бы за решеткой, я это сейчас объясню на самом деле, что там происходит. Дело в том, что когда патриарх Ириней не признал решение вот этого вот Стамбульского собора, как собрание этого, то когда он вернулся в Иерусалим, он продолжал жить в своей келье в Иерусалимском патриархате и продолжает до сих пор. Он в ней живет уже 56 лет. Если мы помним, вспомним церковную историю, то наш святой учитель церкви Иоанн Златоуст также дважды не признавал решение незаконных соборов, когда его низвергали из сана, когда даже император утверждал решение собора о том, что он должен покинуть церковь, и император ему говорил: «Уйди из церкви», то Иоанн Златоуст отвечал, что «Я не уйду, потому что Господь мне вручил церковь, и поэтому я несу ответ пред Господом, если хочешь, изгони меня», что император, в принципе, потом и сделал. То есть сам святитель, святой Иоанн Златоуст, он не покидал церковь и не подчинялся решениям этих волчьих соборов. То же самое действие и сделал патриарх Ириней. И когда я ему задал вопрос в интервью о том, что вы поступаете как Иоанн Златоуст, он сказал «да». То есть он говорит о том, что я законный патриарх, и это заговорщики, это, так он и сказал, это мафия, которая произвела вот этот переворот. Но он находится на территории Иерусалимского патриархата. Он отказывается уходить из своей кельи, и тогда вот Феофил со своими заговорщиками, они просто закрыли возможность посещения патриарха и его выхода в мир, потому что люди шли большим потоком к патриарху, духовные чада, священство, епископат, то есть они приезжали и хотели посетить всегда патриарха. Поэтому они его закрыли, и он как бы может выйти из заключения, но как исповедник, как глава церкви Иерусалимской поместной, он не имеет права этого делать пред Господом. Он несет ответ за церковь пред Господом. И он не оставляет своего пасторского, архипасторского служения первосвятительского. Они его, конечно же, ограничили. Еду ему подают его духовные чада, его помощники. По веревке, вот на видео это видно, по веревке подают с крыши, он на крышу поднимает вот эту еду, там свечи, там все необходимое для жизни. Патриарх Ириней спускает вниз. Поднимайте. Отойди дальше, тебе видно. Я вижу, вижу. Отойди дальше. Отсюда тебе лучше видно. Вот так вот патриарх Ириней дается еда. Милость Божия, что до сих пор еще патриарх Ириней жив, это исповедник или последний патриарх, который истинно православного духа, стоящий в истине. К великому сожалению, и является великой катастрофой то, что в этом заговоре принимали непосредственное участие патриархи поместных православных церквей или их представители. Конечно же, как мы понимаем, это патриархи, которые имеют
экуменические взгляды, которые непосредственно участвуют в экуменизме, там, в глобализме и так далее. Остальные же патриархи, которые как бы, да, вот сербский патриарх Павел, грузинский патриарх, как они вот там говорили, что это незаконное решение против патриарха Иринея, они промолчали, и они не возвысили голос в защиту своего собрата-патриарха и дали возможность совершиться вот этому беззаконию. Каждый ушел, как говорится, в свою нишу и голоса не возвысил. Вот. То же самое произошло и с архиереями каждой поместной православной церкви, и со священниками, и с народом. И так как участвовали в этом заговоре в основном греческие епископы, потом также греческие политики из правительства, то они и понесли основное наказание от Господа. Потому что в 2005 году патриарх Ириней был низвергнут с патриаршего престола. 2006 год, 2007 и до сегодняшнего дня Греция фактически уже утеряла свой государственный суверенитет. И как мне сказали ближайшие, так скажем, духовные чада патриарха Иринея, недавно приезжал из Греции один архиерей, и патриарху этому Феофилу, в кавычках я его называю, потому что он не является патриархом, это заговорщики, он приехал к Феофилу и сказал, что верни на престол патриарха Иринея, давай все вернем, верни все как было, потому что Греция погибает. То есть греки уже начали осознавать, что произошла страшная катастрофа. И за это Господь им попустил вот такие страшные сейчас события, что фактически государство скоро может вообще не стать. То есть они потеряли уже фактически суверенитет свой. Вот. Арабские же, арабы православные, они тоже осознают. Я общался и со священниками-арабами, и с простыми арабами-православными. Они понимают, что в то время их использовали для того, чтобы, как говорится, достичь вот этой цели. И, к сожалению, вот... Можно говорить о том, что ни православные арабы, ни греки вот до сегодняшнего дня не предприняли никаких решительных мер для того, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы вернуть ситуацию в законное русло, чтобы, как говорится, пастырь Божий, чтобы патриарх, законный патриарх Иерусалимского патриархата, сердце Вселенской Православной Церкви, чтобы он был восстановлен в своем достоинстве. Ходят слухи, что патриарх Ириней психически нездоров. Так ли это? Из нашего общения стало понятно, что он в абсолютном духовном здравии, в абсолютном психическом здравии, потому что сразу хочу сказать, что патриарх, в кавычках, Феофил, говорит журналистам и даже на гробе Господнем некоторые, так скажем, из Иерусалимского патриархата, священники говорят о том, что патриарх Ириней либо умер, либо его нет в Иерусалиме, либо он там психически стал нездравый. Так вот, всех можно заверить, и это видно прекрасно в интервью, в видеозаписи, что он находится в абсолютном духовном, психическом, полном здравии, трезвенническом рассуждении, то есть он все правильно рассуждает, и это все видно на видеозаписи. То, что мы видим сегодня, то, что делает Феофил, то есть он вот приезжал на Украину, встречался там, как говорится, с иудеями, участвовал в их, как говорится, собраниях, в их экуменических инициативах принимал участие. То есть они выстраивают сейчас церковь Антихриста. То есть все ради лжелюбви, как они вот призывают, надо любить всех и вся, вот, надо соединяться, сейчас выстраивают церковь Антихриста. И Феофил в этом, как мы видим сегодня, очень активно участвует. Есть ли священники, которые поддерживают патриарха Иринея, и подвергаются ли они гонениям со стороны Феофила? Я встречался со священниками, арабами православными, которые рассказывали, как Феофил, неугодных ему священников, которые пытаются хотя бы что-то возвысить голос в защиту патриарха Иринея, какое идет жесткое давление со стороны лжепатриарха Феофила, какие идут репрессивные меры, что этого священника потом уже мало кто видит. Его отсылают в такие места, что просто его потом найти невозможно. В то время, как христиане празднуют Рождество Христово, не все смогли участвовать в праздничном богослужении. Патриарх Ириней, который в свое время был православным патриархом на Святой Земле, вынужден совершать праздничное богослужение в одиночестве, будучи запертым на церковной территории в старом городе Иерусалима. Он говорит, что его обманным путем
путем заманили в эту ловушку 3 года назад. Он заявляет, что к нему также не пускают посетителей. Иринеи говорит, что когда он был у власти в 2005 году, ему приписали, что он якобы передал церковную собственность еврейским поселенцам. Он продолжает настаивать, что он не был в курсе по поводу сделок о передаче церковной территории еврейским поселенцам. У Иринеи берут интервью, протянув к нему беспроводной микрофон на толстой веревке. «Никого ко мне не пускают, они боятся народа, потому что народ любит меня, а я люблю свой народ». Действующий патриарх Феофил участвовал в открытой праздничной рождественской церемонии, но отказался от комментариев по поводу заявлений Иринеи в его адрес. Некоторые из высокопоставленных помощников заявляют, что Ириней – лжец. Патриарх Ириней говорит, что он по-прежнему является лидером, даже если он ограничен в своих действиях тюремными стенами и может дать своим сторонникам рождественское благословение лишь по мобильному телефону. Те обвинения, которые были в адрес патриарха Иринеи, что он продавал здания и земли, насколько они обоснованы? Все, что касается вот этих обвинений в его адрес, о том, что он якобы продал здания, что он там передал земли, израильский суд все это опроверг и указал на то, что никакого отношения патриарх Иринеи к этим сделкам не имел. Его просто оклеветали. Это стандартная схема для снятия неугодных. Даже если бы допустить такую гипотетическую, возможность, что он мог участвовать и такое бы сделал, все равно не имели права низвергать его с патриаршего престола. Тем более, как говорится, не разобравшись в этом, как положено, как это в духе православия, как это учит церковь. То есть это было не все сделано незаконно. Кто может юридически помочь патриарху? Я знаю, что здесь в России ему собирали деньги на адвоката, писали в правительство Израиля, в различные международные организации по правам человека. Но все отказали в помощи. Израиль и Палестина и Иордания, они рассматривают и утверждают кандидатуру патриарха на основании решений Синода Церкви. И поэтому мирские власти отвечают, что да, у вас там, возможно, и произошел незаконный этот Синод, но мы не вмешиваемся в ваши церковные дела. Мы не можем говорить, канонично его низвергли, не канонично. Хотя, конечно же, юридические основания есть для того, и были для того, чтобы не признать лжепатриарха Феофила государством израильским и всеми остальными. Потому что там есть целая процедура, официальная процедура, как это должно происходить. Даже кандидатуры должен был Израиль утверждать. Те кандидатуры, которые должны были рассматриваться в кандидатурах в избрании на патриарший престол. Этого не было сделано. И поэтому вот с юридической точки зрения есть вот такие вот сложности. А получается, что чтобы разрешить такую ситуацию, должно быть теперь опять или решение Синода Иерусалимского патриархата или там архиерейского собора о избрании патриархом, о низвержении этого Феофила или отмене решения того незаконного синода и собора, получается. И опять же избрание патриархом или возвращением его на престол патриарха Иринея. И тогда уже государство Израиль там, и все остальные должны будут как бы утвердить его кандидатуру. Вот такие вот, так скажем, нюансы в разрешении чисто в государственно-юридическом аспекте этой проблемы. А как патриарх Иринеи относится к проблемам глобализации и электронных документов? В интервью там есть фрагмент, где я спрашивал о том, что как относиться к электронным документам, нужно ли против этого бороться. Патриарх сказал, да, конечно же, нужно. То есть он глобалистом никогда не был и всегда говорил, что это антихрист идет в мир. И когда вот сейчас стало известно о том, что в России вот это вводят универсальные электронные карты, позвонили с Израиля вот в декабре месяце и сказали, что у них тоже сейчас вводят вот эти электронные карты. И как мне передали близкие к патриарху люди, когда ему это сказали, что в Израиле тоже вводят универсальные карты, то он сказал, что антихрист идет в мир. И Русь пала, как он сказал. Вот если мне правильно передали, вот он сказал так. И сейчас мы видим, что вот этот архиерейский собор, который сейчас будет состояться, если он не укажет в своем решении о том, что принятие цифровых имен, начертаний и их электронных носителей является деянием греховным, или не предупредит, хотя бы не предупредит о духовной опасности православных чад принятия вот этих антихристовых документов, то это будет именно падение Русской Православной Церкви. Потому что если церковь не скажет своего голоса, люди начнут принимать и будут считать, что это правильно. Это будет катастрофа.
Правда ли, что место пребывания патриарха Иринея над гробом Господним? Он находится над гробом Господним. И очень страшно видеть то, как наши православные христиане на гробе Господнем ходят, молятся, поют песни, как говорится, радуются духовно, ходят по этим же улицам старого города, а над их головой находится келья, находится эта веранда, на которой выходит патриарх Ириней за решеткой. Место заключения патриарха. Вот он, балкон патриарха. Вот в этом месте патриарх Ириней спускает веревку, чтобы ему привязали продукты. Здесь он поднимает себе воду и еду. Благословляет веревку. Это друзья патриарха Иринея, которые также не оставили его и помогают ему во всем. Носят воду, и все нужны, газ, и что нужно там, и продукты, и что нужно, они помогают мне тяжело и все передавать патриарху Иринею. И мы надеемся на их веру, на их самостоятельность. И несмотря на то, что они не крестьяне, но они делают больше, чем наши крестьяне в последнее время. Дружба с патриархом Иринеем для меня очень почетная. Он для меня как отец. Я ему помогаю всегда, когда он во мне нуждается, всегда, когда он мне звонит. Сейчас он находится в домашнем заточении, и поскольку он не может оттуда выйти, со всеми просьбами он обращается к нам. Власти ему, патриарху, говорят: «Ты можешь отсюда выйти, но обратно сюда уже не вернешься». Но он бы хотел общаться с людьми из России, Греции, Кипра, сербами, арабами. Сегодня вот сербы приехали. Я с ними разговаривал по телефону и помог устроиться жильем. Я верю и надеюсь, что скоро патриарх Ириней вернется и опять будет патриархом, потому что нынешний патриарх очень-очень плохой. Вот вход в храм гроба Господня. А вот на этой крыше, над храмом, над гробом Господним, заточен патриарх Ириней. Патриарх законный, апостол церкви, находится в заключении, а православные христиане ходят, как говорится, радуются внизу, покупают сувениры, там еду, апельсины едят. То есть это просто, конечно, видеть очень тяжело, скорбно. Удалось ли вам лично встретиться с патриархом? Когда мы обратились в полицию для того, чтобы получить разрешение для встречи с патриархом, потому что в Иерусалимском патриархате, естественно, никто не допускает к нему, то полиция нам отказала во встрече. И в суд мы не стали обращаться, потому что это было много бы заняло времени, и тоже гарантии никакой не было, что они разрешили бы. Но так как надо было, большая необходимость была снять патриарха Иринея, именно снять, встретиться с ним и снять его, поэтому было принято решение, как говорится, пойти другим путем. Вот, и встретиться уже на его территории, и здесь оказали помощь и помощники патриарха из числа арабов и даже мусульман, которые пообещали, что помогут, так скажем, попасть к патриарху. К сожалению, у них этого не удалось сделать, они не смогли помочь. И тогда пришлось оператору самому взбираться туда, на крышу, где патриарх находится. Это было сделано ночью. И когда оператор забрался на эту крышу, то в соседних окнах напротив включился свет, началось движение. То есть за патриархом Иринеем ведется непрестанная слежка, наблюдение. Оператор вынужден был быстро покинуть место это, потому что, естественно, там могли полицию вызвать, и наверняка вызвали, и были бы большие неприятности. Вот. И тогда было принято решение все равно записать патриарха, но так как к нему попасть не удавалось, поэтому был передан ему по веревочке планшет, вот, включенный. И
Я находился в Назарете с переводчиками, священником арабом, отцом Романом, который был переводчиком. Мы включили скайп, и мы сидели в Назарете у ноутбука, и на камеру записывали наше интервью. А патриарх Ириней включил планшет и давал интервью, сидя у себя в келье. То есть мы все равно это интервью записали. Что именно православные могут сделать для того, чтобы правда восторжествовала, чтобы был восстановлен на престоле истинный патриарх? Это прежде всего молитвенное предстояние пред Богом. Потом, что можно еще сделать? Нужно, я думаю, что нужно писать письма и обращения к своим епископам. То есть нельзя давать этой теме уйти в небытие. Эта тема и так не поднималась. Никто толком не понимал вообще, что происходит. Потому что некоторые требовали и требуют освобождения патриарха Иринея. Но на самом деле, как говорится, они, заговорщики, даже были бы рады, если бы он покинул свое место исповедничества. То есть он исповедник. Он их обличает тем, что находится в патриархате. Но выгнать они его не могут. И когда я задал вопрос, ваше блаженство, почему они вас просто не выгонят? Вот у нас бы просто выгнали. Взяли бы за руки, за ноги и выгнали. Ну, как видно в интервью, конечно, патриарх Ириней, он такой, хоть и преклонных лет, и видно, что он изможденный уже физически вот этим вот заключением своим. А он говорит, я им там дам тогда, если они зайдут ко мне сюда. Ну, а если говорить, как говорится, по существу, то отдать должное израильским властям, они, естественно, пока, по крайней мере, не позволили и не позволяют вот это сотворить такое беззаконие. Даже когда они отключили свет и воду, патриарху Иринею, лже-патриарх Феофил дал указание в его келье отключить, чтобы как бы заставить его выйти или умереть, в конце концов. Вот, то, как мне сказали, как мне передали близкие чада патриарха Иринея, то израильские власти указали Иерусалимскому патриархату, что свет и воду мы даем, поэтому вы не имеете права отключать. Потому что, это понятно, Израилю лишние неприятности, как говорится, его и так везде, как говорится, там поминают недобрым словом, поэтому лишние, так скажем, какие-то потрясения, а патриарх Иринея это громкий, так скажем, был в свое время скандал, и возобновление этих событий им не нужно. И, по крайней мере, пока никто не решается патриарха Иринея взять просто и выгнать. Необходимо писать письма, обращения к своим правящим архиереям, разговаривать со своими священниками, объяснять им ситуацию, потому что никто толком не понимает, что произошло тогда в Иерусалимском патриархате в 2005 году. Необходимо это делать и не слушать тех, кто говорит о том, что это бесполезно, что это все будет в урну. Это прежде всего нужно самим людям, которые заступаются за своего архипастыря, за своего, как говорится, апостола, Божьего служителя. И это нужно Господу, который, смотря на сердца людей, на их реальные действия, как говорится, уже дает милость, дает свою помощь, ниспосылает. Поэтому мы, солдаты, мы должны сражаться, победу дарует Господь. Мы должны все это делать. Конечно же, необходимо писать в Иерусалимский патриархат на лжепатриарха Феофила обращение с требованием восстановить справедливость и покинуть патриарший престол, который незаконно был захвачен им в 2005 году. Спасибо, милый, спасибо, дорогой. Спасибо, да. Мы за всех молимся. Пусть Господь поможет всем. Дай, Господи, всем всех благ, здоровья, всем душевного спасения. Люди, которые верят и знают, что вы истинный патриарх. И держитесь канонически. И слава Богу. Благословите вашего дорогой. Ангел храни вас.
и Матерь Божия. Спасибо, Господи. Да. Ваш. Пожалуйста. Ну вот, с такими трудами, ваше блаженство, все-таки Господь даровал нам возможность вот с вами пообщаться, потому что в России и вообще на русской земле, да и вообще мало кто, ваше блаженство, понимает, что на самом деле произошло в Иерусалимском патриархате в 2005 году. Это первый раз, никогда не было в истории нашей церкви. Это были шпионы, были подлые люди, которые хотели разрушить церковь. Знаете, сколько я полюбил православие, нашу общину, нашу паству, и сделал все, что можно для ее блага. И я, когда был в Греции, тоже очень помогал семинаристам и ученикам образования, чтобы вступить в образование в школах. Знаем правила церкви, и мы знаем все, даже не только церковные правила и законы, и тоже атаманские законы, которые подтверждены в 1958 году. Тогда был тоже продолжающий патриарх Венедикт, который я был при нем диаконом, и он был как духовным отцом для меня. Тоже он был близким другом царя или короля Хусейна Иорданского. Поскольку не было, Израиль не было в Иерусалиме, было под Иорданское королевством, решил король Хусейн, чтобы постановить новый закон патриархии. И в это время уже поставит канон и правила, поскольку патриарх Венедикт не только был духовным, как богослов, он тоже был адвокатом. И вот в этом правило или закон, когда бывают выборы патриарха, только когда умирает патриарх или когда покидает свое место. Слава Богу, не было ни то, ни другое. Я еще жив, я не умер. И тоже я не ушел с моего места. Тоже написано в законе, который подтвержден в 1958 году, что бывает патриарх только после его смерти. Патриарх остается до конца жизни. Никакая сила может его уже убрать. Все, что делается и сделали в этом году, антиканонично. Тоже написано в законе, что только имеет право патриарх поставить членов синода или убрать членов синода. Все, что они делали незаконно, они самочинно, да. Поскольку что не было все члены синода, и известно вам, что произошло. Был заместитель Корнилия, и я поставил Аристарха как секретарем, но оказалось, что он шпионом был. Он угрожал многим священнослужителям или священникам, если не подпишешь против патриарха, ты как-то будем снять свою одежду или как будем извергнуть. Из сана. Из сана. Извержен, да, из сана. Да. Из-за страха многие, конечно, подписывают, потому что от боязни, от страха. Если некоторые и епископы, и евреи, и священники, они не подписали. Митрополит Яков, митрополит покойный, еще митрополит Кириак Назарецкий. Эти, которые были в синоде, они не подписали против патриарха. Только патриарх может иметь право, чтобы поставить или убрать из синода. Есть некоторые люди из Министерства внешних дел в Афинах, в Греции. Один его звали Фело, который является из самых грязных как людей. Он действовал с Теофилом, тогда был Теофил в Катаре, он имел связь, и он был посол Греции в Катаре. Тогда еще был Теофил в Катаре, сказал этому посолу, который был американский посол в Греции, Терос, у тебя есть сила, помоги мне, чтобы я стал патриархом. Потом был такой интерес, общий интерес между ними, взаимный интерес, когда сказал Теофил Ферусу, когда я буду патриархом, мы будем вместе сотрудничать. Mm-hmm. Потом покойный патриарх Диодор скончался. Тогда синод уже подготовился к выбору, как положено.
А какую, как, какую роль сыграл Варфоломей, патриарх Варфоломей? Вот в этом? Тогда он и сделал, как положено в Синоде, как положено по правилам выбора патриархата. И мы послали в Израиль, раз один в Израиль, и в палестинскую автономию. В Иордании, в Иордании. Если какое-то государство не хочет кого-то из патриархов, оно может убрать из этой лист какой-то или кандидатов на патриаршеский стол. Да, да. Посылает такой лист или список кандидатов. Список кандидатов, и если кто-то не угоден, они удаляют из него. Когда возвращает список государства, обратно патриархи, опять бывает собрание. Все, которые, наши братья, которые живут братство в старом городе. Священники, которые из общин, разных общин, приходские. Потом бывает, что представители приходов, священники и верующие приходят в патриархи, они выбирают, какое имя из кандидатов хотели патриарх. Потом список это из собора входит в храм Воскресения. Потом, после как спускает этот лист кандидатов из синода до храма, бывают выборы, и кто больше голосов берет, тогда он файл. А выборы тайные или нет? Который больше голосов взял, было три. Митрополит Иераполь, архиепископ Иераполь, Ириней был, я сам. Потом Кернилия, митрополит Петра, потом Тимофей, митрополит Востром. Я сам брал 7 голосов, а Корнилий 5, и Тимофей тоже 5. Ну, когда имя уже пошел в Иорданской и палестинской автономии, уже все было, уже подтверждено. Они подтвердили. Подтвердили, да. Но этот источник пошел в Израиле, они убрали 5 епископов. Между этими епископами я тоже был внутри, которые отказались. Мы обратились к суду. Было решение суда, что уже этот список уже должен подтвердиться и вернуться к патриархии. Потому что сомневаюсь, что они работают в интерес этого Теофила. Покойный блаженнейший патриарх Диодор уже последние годы был больным, и поэтому начали все делать, что они хотят, просто по их воле. В этом самом экономическом отделении было только, в кассе было только $300 патриархии. Значит, мы сделали проверку, проверяли финансово. Мы как-то позвали двух лиц, опытных людей, которые знают, как все же проверять, все же как-то четко. Аудит. Кто может проверять, что внутри патриархии в кассе уже только $300, которые пришли из Греции, написали все, что они видели. То есть результаты, да? Результаты. Мы не написали ни газетам, никому не написали. Почему? Публично не ставили. Потому что это будет скандал, как-то люди скажут, что это священники в патриархии делали это. По церкви, да. Мы очень работали и сделали в гостиницу Ларк около Латинского патриархата. Мы купили этот гостиницу Ларк, потом 3 магазина, которые в старом городе. Покупали мы как-то для патриархии, где там есть гостиница Глория. Покупали тоже еще 2 магазина. Было такие-то места, которые раньше принадлежали патриархии, но мы освободили, просто покупали их полностью, чтобы вернулись к владению патриархии, эти магазины. Знаете, как-то надо, чтобы заплатить деньги, чтобы вернуть помещение или имущество патриархии. Потом есть там гостиница «Амбассадор», покупала это одна женщина из Чикаго. Ее имя Артемис Вретас. Она пришла в Иерусалим, покупала все это имущество, это гостиницу, и она потом пошла в Вифанию, стала монашкой. Ее имя стало Пелагия.
после того, как скончалась монахиня Пелагия, они вот эти настоящие монастыри уже продали это. Это когда время патриарха Венедикта. После того, как уже выбрали меня патриарха, хотел узнать все. Хотел быть в курсе всего этого. Патриарх хотел, чтобы все покупать и все вернуть. И мы взяли как в суд в банке. Это была причина, что мы взяли эту землю, это имущество. Потом сказал вот это инженеру, чтобы надо делать все, что надо. Чтобы строить здание 7 этажей. После выбора. Есть там такое отношение, что обещаю правительство и в Иордании, в Израиле, в палестинской автономии, где, как всегда. Много раз я посещал одного израильского министерства. Один из министерств стал, мы стали друзьями, и он обещал нас часто. Ганди Голан его звали. Один раз мы были вдвоем в офисе. Мы как-то обсуждали вопросы и проблемы нашей патриархии. И я спросил его, почему вы убрали мое имя из списка кандидатов? Что я против вас делал, чтобы вы убрали мое имя? Один был посол Греции, Панопопулос. Пришел, он привез... список, что написано, что пишется. И вот написано, что Министерство внешних дел в Греции, мы очень просим, умоляем вас, чтобы убрать все эти имена, 5 имен из этого списка. Если было где в Греции, что убирают, имен кандидатов, если было это в Греции, он сказал мне, прости, что мы будем делать? Ну, так произошло, что мы... Уже прошло это, уже нормально все. Это прошлое. И когда я стал патриархом, я так обнимал, я так принимал всего сердца, всех служителей, епископов, архиереев и священников. Потому что им отличается Иерусалимский патриарх от всех патриархов в мире. Конечно, тоже... Тут есть священники и епископы, и ну тоже вместе, что был сторож с этих мест, что есть такое служение, такое устав Иерусалимское, не имеет другие патриархии, другие церкви православные. Только в Иерусалиме. Только в Иерусалиме, да. Патриарх, он является как отцом и всех служителей, священнослужителей и народа. Все, что проблемы, что они делают, творят, это незаконно. Я тогда пошел, когда пошли к патриарху Бартоломею, там сказали, если 5 или 10 епископов из Стамбула, из Константинополя, если у вас кто-то 5 или 10 епископов делает выбор и ставит патриарха, если ты видишь это, что ты делаешь? Кто в законе патриарха? Это второй, то или ты сам? Он как-то взмахал головой и ничего не сказал, не отвечал. То же самое произошло в Булгарии, в Софии. Там есть патриарх Максим в Булгарии. То же самое, как здесь. Они ставят другого патриарха, митрополит Невропопия Пимен. Такая проблема, которая произошла у нас, тоже произошла в Софии, в Булгарии. То есть также избрали другого патриарха. Да. И женщины как-то, присну памяти, патриарх Диодор не хотел пойти туда. Он нас послал, меня и митрополита Кириака, и митрополита Палладия. Да? Мы пошли втроем в Софии. В Софии были со всех церквей, от всех церквей. Пришел тоже Бартоломей из Константинополя, из Стамбула. Я позвал представителей старости церквей, которые у нас, представители церквей наших приходов. Мы тогда ночевали, побыли в гостинице, и Бартоломей позвал нас, чтобы побыть у него, в его комнате. Бартоломей еще сказал нам, что Максим, незаконный нынешний патриарх Булгарии, должен уйти из Булгарии. И он, Бартоломей,
хотели, чтобы признат другого патриарха, другого митрополита Пимена, который его выбрали или как-то ставили. Тогда был признан памяти патриарх Петр Александрийский. И он был мужчиной, так то был герой, ну, героем, твердым. Смелым, да, твердым. Я тоже был среди нашей делегации, был первый, поскольку я был старше и Тимофея, и Кириака. Что мы сказали в Архиме? Стыдно тебе говорить такое слово, такие слова. Мы сказали ему, есть законный патриарх, его зовут Максим. А как можно дать признание другому, поскольку патриарх есть? Что ответил Варфоломей, что его хочет именно президент Булгарии, он хочет Пимена. Что мы ответили? Президент Булгарии пусть заботится о его делах и не вмешивается в дела в церкви нашей. Варфоломей не был доволен этим словом. На следующий день была встреча и собрание в соборе, там, в церкви. Мы сказали наше мнение, наше, чтобы все, которые это сделали, это законное действие, они должны просить прощения у закона. Болгарской церкви, да? Те, кто сделали, да, они должны принести покаяние. Покаяние и патриарха Максима, целовать руку и все. Также должны для нашей проблемы должны все патриархи, так которые так они поступили, тоже делать то же самое. В отношении любой другой церкви, да? Да, и в отношении нашей проблемы здесь. Да. Так вот, как раз вот ситуации ваши, вот как раз в Стамбуле, когда в 2005 году, 24-го собирались, Варфоломей же, патриарха Иринея, пообещал вроде как поддержку, чтобы он приехал. До того, как было собрание или встреча в Константинополе, пришли три епископа из Кипра в мою келью. Это было до встречи, это было еще в Стамбуле, в Константинополе, где я был в гостинице, в мою келью. Они, конечно, оказали протест, что такое, это беззаконие, это преступники, они должны все просить прощения и покаяние нести. Второй день, когда была встреча, они, конечно, потому что собрали их в Варфоломей и принуждали их, и как-то знали, чтобы надо взять решение против Иринея. Проголосовать, да? Проголосовать, да. Они были со мной, вот это Чехия. Это они за патриарха выступили, да? Да, да. То есть Болгария, это, давайте, Болгария, Сербия, Польша, Сербия, Чехия, Сербия. София, называется. Да. Он держал или взял каждого наедине и стал давить на них. Я не хочу просто поминать, что люди разговаривали или передали, что много денег взяли, и было взятки. Я не хочу этого говорить, потому что я не уверен. Просто люди говорят. Бог знает, Бог это знает. А против проголосовали? А кто? Варфоломей был против. Минкаман? Александрийский патриарх. И Антиохийский тоже был с нами, он не подписал. Нет. Патриарх русский. Он тоже против. Второй, да? Да. А делегацию Кирилл уже представлял митрополит. Минкан ва табиметтел батракит Москву. Кан Кирилл. Кирилл. Был Кирилл, который сейчас стал. Сейчас. Кирилл был, да. Против был тоже. Против. Да. Потом Оброс. Потом Кипр была против. Юнан. И Греция. И Греция была против нас. Стамбул, Скандария, Русия, Оброс. Значит, Стамбул, Варфоломей, Александрия, Россия, Греция, Кипр. Пять. Патриарх Илья, патриарх Илья грузинский был с нами, но он был с нами, поддерживал, он не был против нас.
Он воздержался или был за патриарха Иринея? Он был с нами, А почему никто из патриархов, да, из представителей церквей, никто активно, громко не воспротивился беззаконию? Это есть тут такая, многие причины, ну, конечно, интересы, но одна была в Министерстве внешних дел в Греции, звали Доран. Она была заместитель Министерства внешних дел. Еще и другой Скандалакис, звали Буянис. А вот он давил, он поставил давление, допустим, до Булгарии, патриарх Максим, и давил его, чтобы признал Теофила. Насильно так, насильно, и как он как был патриарх уже старенький, ну как бы, ну, Максим, он так насильно это подписал против. Вот он давил. Значит, было такое сотрудничество от Варфоломея с одной стороны и от Министерства внешних дел давление на всех, чтобы они подписали, ну, как, против подписали. Патриарха Иринея. Да, да, и за этого, за другого. До сих пор патриарх Антиохийский Агнатий, он поддерживает нас, он с нами, он чувствует нас. А правда ли то, что патриарх Варфоломей, когда патриарх Ириней прибыл в Стамбул, просил передать ему какие-то церкви здесь? Греческие. И тогда он якобы будет за патриарха Иринея. Если он не отдаст, тогда... За Шуштеофилоса. Да. Сатас Арканаис улад тайфат на мигнон. Говорит он, я ничего... Да. Да. Он говорит, я не давал, я не отказался давать, правильно, да? Но этот, ну как, подлый, вот, нынешний... Теофил, он продал 19 церквей, составляет наш народ, наших палестинских православных верующих. Он продал или передал Варфоломею? До этого они пришли, послал до Варфоломея 3 епископа, там, Мелитона и других, просили меня, что хотим, чтобы все церкви предали или передали нам. А патриархия, антиохийская патриархия недовольна, что эти церкви иерусалимские. А я сказал конкретно, чтобы забудь об этом. Что патриарх Ириней отказал им, отказал, и не сказал, что я не отдам, да, церкви. Нет, нет, не отдам. Потому что это его паство, да? Да, паство его, он верен его паству. Я ему сказал, я не буду продать мое чадо. Есть один священник, остался твердым, отец Николай, он не пошел по домофору в Константинополе, остался с нами, остался твердым с нами. Вот Феофил выполнил требования Варфоломея и передал им церкви, да? Сколько он их передал? 19 церквей. Ну, цели общины, цели, полные общины. По всем, разные, по всем странам, по всем, да? По всем странам, Калифорния, Чикаго. В разных местах. Ваше блаженство, мы явились сами свидетелями того, что к вам снаружи попасть невозможно. Охрана не пускает. Ну, вы сидите за железными дверями и замками. Вам кого-нибудь пропускают? Родных, близких? Они не пускают никого, потому что много сочувствует, много знает правду. И они не хотят просто, знаете, не хотят, чтобы правду появили. То есть не пускают, не пускают, да? Совсем. Ну, знаете, много, да, любят я, его, много его почитают. Я лично, как говорится, это все видел, что попасть невозможно, не получается. Ну, и мало того, следят даже за окнами. Ваше блаженство, если бы вы захотели, то, наверное, могли бы покинуть это место заключения, вот, где вы сейчас находитесь. Ваши духовные чада даже предлагали вам как бы уехать куда-то в другую страну, там уйти из этого заточения, вырваться. Но почему вы этого не сделали? Можете объяснить? Но они боятся. Они, которые говорят, что его нет, они говорят, что он умер. Теофил распространяет такой слух, что он как будто умер. Или он как... То есть они делают вид, что его вообще нет. Там он не находится. Мы сможем жить.
делает вид, что он, его нету, или как-то препятствует постоянно его. Но патриарх Ириней не покидает своего заточения, потому что он считается каноничным патриархом и несет свой крест. То есть правильно, да? Правильно это, да, да. Я ничего плохого не сделал, чтобы так, чтобы случиться. И наоборот, это, что все окружающие, которые это творяли, они как мафия, как мафия. То есть это заговор был? Каждый пользовался, каждой копейки, когда они приносили икону Матери Божией, возили туда вот в Греции, в Тессалоники, они как что пожертвовали там люди, все поставили, клали в банки, там несколько миллионов, и он все это потратил на благоукрашение гроба Господня, и в мозаике там, они сделали мозаики там, и разные, что вот во благо церкви. Ваше блаженство, а могут ли Феофил и его друзья изгнать вас из кельи? Не могут ничего делать. По израильским законам, да? Бехасаб канун Исраиль каман бекдаруш, а? Не могут, по закону не могут. По закону, они, да? Не могут они. Какова судьба тех епископов, священников, мирян, которые открыто встали на вашу защиту? Панарит, один из них, Панарит, уже выгнали. Ну все, я знаю, одного в Кипре, другой в Австралии, вот третьего, ну... То есть репрессировали, да, всех? Да, и, допустим, Христофор, там, заместитель патриархи, на севере Иордания, чтобы 7 лет без жалования, без зарплаты. Без денег, да? Да. Ваше блаженство, каково ваше отношение к экуменизму? И правда ли то, что на день торжества православия вы анафемствовали католиков, там, монофизитов и прочих еретиков? Энна, мы православные, держим свою веру, не отступаем от нашей преданий и нашей веры. Но, возможно ли, ваше блаженство, возможно ли то, что вот этот заговор был заранее спланирован для того, чтобы вас свергнуть с престола? Ведь на следующий год после вашего свержения они провели международный религиозный саммит, в котором, ну, наверное, вы бы не принимали участие. Ну, да, они до этого они планировали, вот ЮНЕСКО. Ну, это тоже международная организация, которая по защите памятников мирового вот этого вот значения. А, да, ЮНЕСКО, там они просто договорили заранее, и ты сам Феофиль заплатил так много, и денег, и все. Чтобы его убрать, да, получается? Да, чтобы его убрать, да, убрать тоже так. В Греции и на Руси люди активно протестуют против глобализации, а также присвоения людям цифровых имен, электронных паспортов, вживляемых в тело микрочипов. Люди считают их антихристовыми, и поэтому их не отказываются принимать. Вот каково ваше отношение вот к этой глобализации, вот к внедрению вот этих вот документов? И как бы, ну, могут ли православные христиане принимать их, и нужно ли их предупреждать о духовной опасности такого шага? Возможно, да. Надо предупреждать. И... То есть надо предупреждать открыто. Да, да. Да. Так оно, естественно. Да, это большая опасность, естественно, это неправильно. Да. Ваше блаженство, вот вас обвинили якобы в незаконной передаче церковной недвижимости евреям. Но когда судебные решения, то есть судебные дела прошли, то все обвинения были опровергнуты, отвергнуты. Почему же вас не восстановили в патриаршестве? Ведь причину сначала же это указывали. Говорит, они продали, не он. Поэтому они... Они продали. Они, да? Продали, они сами... Да. А это просто причину они, причина, сказать, оболгали. Да, оболгали, да. Он поминает, что он продавал многие в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Бет-Шемеш, да, многие места. Феофил, да? Феофил, да. Много продавали, все. Это все весь ложь, это все ложь. Ваше блаженство, с какими просьбами или пастырскими назиданиями вы хотели бы обратиться вот к православным людям Руси, Греции, других стран, которые будут смотреть данное видео? Бог Господь будет со всеми православными людьми, и укрепит Господь их, и благодать святого гроба Господня будет
с ними, со всеми православными людьми. Чем мы можем помочь вам, а значит и себе, ваше блаженство? Естественно, известно, что от их души, что происходит, что они могут делать, как они думают, как они чувствуют, делают, в чем можно поддерживать правду. Да, как совесть их возбуждает или подсказывает. Когда я летел сюда, то мне очень много священников, мирян, и в монастырях монахи просили передать нижайший поклон вашему блаженству. Они молятся за вас, очень много людей молятся за вас, и в Румынии молятся, и в других странах молятся и надеются на то, что Господь поможет правде восторжествовать. Ну, просим благословите ваше блаженство у нас, грешник. Спасибо вас, Господи, ваше блаженство. Мы будем молиться за вас, мы будем всячески стараться вам помочь. Наша задача все-таки не позволять нечестивцам, или так скажем, слугам Антихриста, потому что сейчас апокалипсис совершается, мы это все видим, не позволять им покрывать все тьмой. Мы должны все освещать светом Христовой правды. И вот вы, как говорится, вы та правда, которая сейчас светит вот на всю нашу Вселенскую Церковь. Поэтому вот это видео, оно для этого и делается, чтобы показать, что вы в полном здравии, вы, как говорится, в духовной силе, поддерживаетесь Господом. И поэтому это радует нас всех. Вы наша надежда и предстатель пред Господом. Спасибо вас, Господи. Отец Роман, как бы вы могли прокомментировать то состояние, в котором находится сегодня Иерусалимская Церковь после вот происшедшего, вот, так скажем, переворота, который произошел в 2005 году? Конечно, ссылаясь на Священном Писании, на Евангелие, история Церкви, написано, что гонения много подвергнется Церковь. И если мы обращаем внимание на Слово Господа в Евангелии, наступит время, что уже зло и неправда, и лукавство господствует в мире. И апостол Павел тоже говорит, наша брань не является с плотью и кровью, является с властями, начальством, и с властями темноты. Духа злого и этого века. Поэтому как я могу понять, что настроение, лукавство этого общества, этого мира привело к этому перевороту? Правильно, что сказали, что многие элементы играли роль в этом преступлении, в этом извержении праведного патриарха Иринея, используясь добротой его, искренностью, и его благочестием, и ревностью православной веры, обманным образом, предательством, изменой и многими незаконными способами потребляли, использовались этим преступлением и этим законом. Монахи, священники, миряне с большой любовью
относятся к патриарху Иринею. Они очень скорбят. Монахи молятся, плачут. Они говорят, а что мы можем сделать? Мы видим это беззаконие, которое произошло. Но мы как бы не можем воспрепятствовать. Народ видно, что любит, но вот почему-то нет никаких реальных вот движений для того, чтобы вот этих беззаконников, которые совершили этот переворот, чтобы хотя бы обличить, хотя бы их как бы попытаться вразумить. Это трусость, или это слабость духовная, или это вот нерешительность какая-то. Почему это происходит? Почему никто не возвысит голос в защиту? Качество нашего общества современного очень мирское. И самолюбием страдает наше общество. Вот что мне больше, чем веселиться, кушать, спать, отдыхать, работать, заработать деньги и все. Зачем мне, что меня интересует, успокоит меня, кто страдает, то не страдает, то терпит. Значит, есть такой грех самолюбия. С одной стороны, а с другой стороны, мы стоим перед страшным начальством нынешним, которое употребляет все способы глушать, заглушать всякий голос или всякое движение, которое старается сказать «нет» или спрашивать, зачем это, зачем несправедливость. Любые вопросы, где справедливость, где суд Божий, как Господь говорит, ищите Царство Небесное и Его правду, все это добавится вам. На первом месте их земное, плотское, а искать правду Божию и Царство Небесное совсем нет. В настоящее время на земле Израиля это единственный храм, ваш храм, да. И вы в нем являетесь настоятелем, который публично и открыто говорит о том, что произошло беззаконие. Вы молитесь за патриарха Иринея, вы говорите о том, что произошло, вот вы не побоялись и интервью это дать. Мы до момента, как меня лишили сана, тоже это можно как-то скорбно говорить, что думали о себе. Если служим, приходят нам люди, имеем приход, нам никто не мешает, мы не так активно действовали. Вот поминали всегда стражущего патриарха Иринея, ну как-то старались, что исполнить свое пастырское служение, служить, проповедовать, просвещать. Но когда стало это горе, когда уже мы тоже терпели и терпим с первого, скажем, не только в этом храме, раньше гонение за наши действия, когда мы начали почувствовать более низко с патриархом. И это, конечно, у людей норма или форма, что если что-то плохое меня не касается, я не буду так ревнителем к этому или активным в этом. А если этот вред ко меня касается лично, тогда уже начинаю. Вот это наша слабость. Своя рубаха ближе к телу, да? Да. Это наша слабость, это наш грех. Это наше, который требует от нас действительно покаяние. Потому что в России 70 лет уже после этого ига коммунизма уже подумали и начали покаяться. И когда любая просветительная деятельность мешала Теофилу, звонить в колокол его мешало. Звонить в колокол, мы восстановили храм святителя Николая. Я покажу, было бы там какой-то панораме, статья по поводу этого храма, восстановление, какие
как мы подвергались гонению за восстановление этого храма со стороны фанатичных евреев. Представляете, что поддерживает их Теофил? Их поддерживает и нас выгоняет. То есть, чтобы иудеев поддерживает, а православных своих же гонит, да? И не то, насчет звонка я хотел просто приводить пример. Я человек конкретный, просто люблю точности. Говорит мне Теофиль, один раз, когда я был у него, что приходит к нам жалование от иудеев, что звоните колокол, не надо звонить колокол, что рано, рано так. И я, конечно, сказал, что это наше право, как друг твоей религии, это наше право существования, как православные имеют равенство с другими конфессиями, чтобы исполнить свои обряды, законы. А я ради интереса спросил одну женщину, иудейскую, которая, она живет рядом с храмом. Говорит, я так, мне дошло до меня, что говорят, что вы, мы вас мешаем звонком нашего колокола. Действительно это так мешает вам, когда мы звоним колокол? Знаете, какой ответ у этой иудейской женщины, которая она из Украины? Как я говорю? Наоборот, совсем, вот очень слабенько звонится. Посмотрите, как у нас на Украине. У нас так звон, действительно звон. Вы должны привезти из Украины, просить там, чтобы кто-то пожертвовал вам, привезти колокол. И так настоящий колокол, чтобы вы звонили. Как по-нормальному. Значит, иудейская женщина, которая рядом с храмом, которая больше возмещает, она наоборот, она говорит, имеет право больше звонить. А сам, который считает себя патриархом, и представители Иерусалимской церкви мешают нам, запрещают нам. Это одно из многих-многих случаев, что как рушить церковь, как рушить веру, как не любить свою паству. И видно, что это, ну, как говорит Господь, многие придут как волки в шкуре овца, овец. Будьте осторожными. Действительно, это зовет или как-то приводит к сомнительности насчет этого человека и этого начальства. Какое у них задание? Что у них? Какая миссия выполняют они? Какую миссию? Какая цель у них? Служить Богу действительно и возглавлять, и помогать, поддерживать свою паству, подтверждать веру православную или уничтожить церковь. Приходится нам сомнить, что есть уничтожение церкви, уничтожение веры. И вот в этом храме тоже мешает, старался, чтобы меня выгнать, но он успел как-то, мне дали, я уступил, как-то ушел, и он приходит, где бы находился, в любом месте, что хотел, чтобы проповедовать православие, просвещать народ. Всегда интриги и всегда препятствия и гонения. Вы попали под пресс в священном начале. Вот расскажите вкратце, вот как они аргументируют, за что вот они вас там вот сана лишали, запрещали там вот. Ну, они говорят, что принимают гостей, служишь в наших церквах по церкви без разрешения игноруете начальство и патриархию, и не исполняешь правила и законы православной церкви, нашей византийской и греческой православной церкви. Какие-то иконы исчезли, говорят, в храме. Потом общество, которое образовали, это большой такой-то для них удар, что как якобы без разрешения их благословений образовал общество. Общество Фии, она образовалась, написали письмо патриархии тоже, и в гражданских властям насчет регистрировать эту общину.
А расскажите немножко вот о ней. Вот, вообще София, знаете, в Израиле живут смещенные православные. Есть рабо говорящие основное, но живут. А после эмиграции много-много русскоязычные православные христиане оказались. Потом чуть-чуть греческие такие-то тоже жили здесь. И румыны, и немножко, и грузины. Хотелось, чтобы делать какую-то помощь, совершать такое официальное и организованное помощь, поддержка православным людям в Израиле. Что нет забот о них, их воцерковление, просвещение, духовного развития. Образовалась нам, и русскими, русскоязычными, и арабоязычными, и всеми православными, верующими, ревнителями православных людей, чтобы организовать общество, община, называли ее София, поскольку было это центр православия в свое время, когда был процвет православной христианской самодержавии, затем, как Софийский собор был самый главный, премудрость Божия, назвали София. Общество, благотворитель общества православных христиан Израиля, София, всем поддерживать православную веру, укрепить православие. И это священноначалию не понравилось, Эфиопии? Не понравилось. Да? Независимо от национальности, в равенстве, русскоязычный, арабоязычный, грекоязычный, равенство, чтобы сосредоточить на веру и на духовную жизнь. Как можно развивать нашу духовную жизнь и нашим людям, и новым поколениям, которые будут после нас. Мы очень беспокоимся о детей. Дети ходят в разных школах, и еврейских, и католических в основном. А как их образовать? Как их сохранить в православной церкви? Дети, значит, мешают патриархии. Мы хотим, чтобы в каждом месте, где жили православные, как раньше было такое императорское православное общество в Палестине, в каждом месте, где живут православные христиане, было для них какая-то или молитвенный дом, или как школа, или здание, чтобы, или помещение, чтобы собрать этих православных людей раз на молитву, другой раз на просвещение, на закон Божий, на катехизацию. Все хотим на благо православных. И просили, открыли руки патриарха Иерусалимского, чтобы содействовать во благо церкви, во благо православия. А совсем другой мир у них. А патриарх Иерусалимский поддерживал? Вот, когда... Это было не при патриархе, это в 2007 году. Нет, я говорю, а когда вот в его патриаршество, когда он был на престоле, он как бы поддерживал эту инициативу или как... Естественно, всякая инициатива, которая приводит к благу православия, к укреплению православия, он поддерживает. Человек православный, он ревнитель православный, он его цель, его сердце помогает и служит православным народам. Тоже он не имеет, как и блаженнейший преснопамятный памяти патриарх Диодор, не имеет дискриминация, скажем, вот этот араб, это имеет такое достоинство, или этот русский, или этот грек, какой-то... Нет, все вместе любили всех православных, независимо от национальности. А вы не один храм восстановили? Сколько вот здесь? Вы вроде бы... Ну, в основном, насчет заброшенных церквей, скажем, вот в храм Святого Николая, где было действующим, в Мигдалиме, раньше было арабское селение, Мибжедель назвали. А потом, после того, как в горах, там, в горе рядом, заброшенный, сильно заброшенный храм, просто почистили и поставили там, ходили постоянно коровы в этом храме, было полным грязь. Почистили, закрыли храм, поставили двери и начали просто так прийти, молиться как-то. Читать молитвы, я даже поставил там одну паломницу из Англии, чтобы была там. Но знаете, было у нас мечтание, чтобы это место восстановить как монастырь, но все препятствовало Теофиль. Отдал храм другого архимандрита или какого, и служу сейчас сразу в году. У меня была мечта, чтобы было действительно постоянно открыт храм.
А служба раз в год получается? Раз в год, или два раза, на Вознесение и на пророка Илья. Когда время, храм Святого был постоянно открыт, все закрыли только в субботу. Всегда бывают интриги, где бы строил духовно и, скажем, церковно, всегда за тобой рушит. Рушит и даже уничтожает, можно сказать. Если бы не стыдно было перед миром, как пропаганда, опять закрыт храм Святого Николая, просто потому что это был он поставлен под фактом, уже открыт храм, не может просто говорить, я хочу закрыть храм. Он просто, мы необычно уничтожили все помещение святое, которое мы построили для деятельности, духовной деятельности, бывало там церковные летние лагеря для детей, со всего, чтобы дети воцерковлялись при храме. И паломники, и просветить деятельность, все это уничтожили. Только оставили службу, чтобы был один раз в неделю. Почему произошло такое вот беззаконие, и в этом беззаконии получилось, что участвовали фактически все поместные церкви, ну так скажем, в лице их священноначалия. И получилось такое беззаконие фактически вселенского масштаба. Ведь это падение Вселенской Церкви в лице священноначалия. К сожалению, и очень скорбно отметить, что видим, что дух многих из священноначалия иной дух, как должно быть, дух этого мира, потеряла церковь, не говорю церковь негрешима, именно представители церквей, многих церквей потеряли свою миссию. На первом месте идет властолюбие, деньги, бизнес и внешние интересы, плотские, чисто плотские, внешние интересы и заботы, а внутренние, спасительные, просветительные, священные, церковные основания, к сожалению, не интересуют, многим не интересуют. То это качество уже большинство. И с другой стороны, можно отметить, что священство стало более как профессией, чем призвание, и стало, допустим, видим в наше время, начинается тоже много лет назад, ну, как они мерят, как готовятся к священству, к священству. Очень часто бывает, что о, сколько зарабатывают, сколько там вот записки, сколько требует, сколько можно зарабатывать деньги, сколько можно, как можно уже властвовать или показывать свою власть, свою силу. И так мерится в наше время, к сожалению, мало те, которые ищут священство как от Бога, от совести, от сердца, призвание, чувствует ревность к этой вере, желание, чтобы служить. Отдать душу свою за Христа, за народ Христа, за народ Божий, за подтверждение, за утверждение веры православной. Очень мало. Процессы экуменизма, которые все более и более набирают обороты, очень многие из священноначалия, так скажем, уже даже не прячутся и не скрываются, то есть они публично и открыто как бы своими поступками и действиями показывают людям, что каноны и правила церкви, которые запрещают вот эти все действия беззаконные, что они как бы уже в наше время не действуют. Патриарх Ириней,
Он мешал вот этим экуменистам тем, что он стоял вот на таких четких твердых позициях. Поэтому и был этот заговор, он не спонтанно возник. То есть это была, видимо, спланированная операция, чтобы устранить его. Естественно, возможно, знаете, это экуменистическое движение, очень опасное движение. Но верю, что воедино Святую Соборную Апостольскую Церковь, верю, что это православное, значит, правильно верит. Правильно верит Бога и правильно славит Бога. И этот жрец старается, как сказать, проглотить или православие, как будто она такая ветвь или такая часть Вселенской Церкви, надо, чтобы как уступки делать отсюда и туда, что-то вмешивать. Но это не Богу угодно. Вера должна быть твердая, одна. Одна и единственная. Спасение только через православную церковь, апостол, который уже сохранил предание, сохранил Слово Божие и Священное Писание, все, что написано, без изменений, без искажений. А такое движение, они просто закрывают глаза на истину, начинают целовать друг другу. А насчет патриарха Иринея, сколько он стоит твердо за православие, естественно, что дух многих, дух мира сего, и те, которые поддерживают дух мира сего, они действовали вместе, и был такой заговор и интриги, чтобы против патриарха стоять и его брать. Патриарх нам в интервью сказал, что патриарх Варфоломей в сговоре с членами правительства Греции оказали сильнейшее давление на представителей остальных православных поместных церквей и заставили фактически их пойти вот в такое преступление. Греки в основном получилось, что участвовали. Одни участвовали в свержении патриарха, другие промолчали из трусости. И вот сегодня как бы Греция непосредственно, которая участвовала в свержении патриарха, прошло 7 лет, и она фактически на краю пропасти. Не стоит ли задуматься грекам о том, что они должны исправить ту ситуацию, которая произошла с их или участием, или молчанием? Так можно предполагать, что это было наказание Божие, что так смел греческий народ и часть них, или его начало, духовно-церковное начало, участвовать в таком преступлении и беззаконии в угоду кого-нибудь или каким властям, каким движением, каким, неизвестно, но действительно, я думаю, что и хуже будет, пока греческий народ, его особенно церковное начало, не принесут покаяние, действительно покаяние, покаяться и вернут свою совесть к соображению, к истине и исправлять это беззаконие, эту ошибку, которую совершили. Отец Роман, ну вот после того, как люди, вот непосредственно ваша паства, увидела то, что происходит, после особенно репрессий, которые против вас были, каково сейчас их настроение и как они вот относятся к Феофилу? Первые 2 месяца после этого пытался успокоить их, они были такое возмущение, которые были готовы идти демонстрировать и поднять большой шум. Они играют, но говорят, терпите, они снимут этот запрет. Просто ничего не делайте, потерпите некоторое время, потом все это закончится. Я смирился, но ничего хорошего, ничего искреннего, ничего правильного не произошло. Поэтому, в конце концов, народ уже открыл свой рот, и они написали заявление. Подписали большинство членов общины, написали вкратце 3 пункта. Мы не признаем решение синода,
и считаем его незаконным и неправильным, несправедливым. И для нас только признаем отца Романа, нашего пастыря и духовного отца. Второй пункт. Мы не... Мы люди, уповая на Господа, на Бога, верим в Бога, и никто не может нас покупать ни золотом, ни серебром, ни деньгами. И ни Теофиль, и его шайка не может покупать нас, его как-то последователи. Третий пункт. Написали, мы имеем полное право, если не исправляется это решение и не отменят его, мы видим себя свободными и полномочиями обратиться ко всем православным учреждениям, ко всем православным общинам в Святой Земле, в Израиле, и даже обратиться к другим церквам и просить омофор. Любой честный, благочестивый православный церковь, который может нас понять, мы можем ее понять. И на это написали, подписали, и этот вышел уже почти... Это Феофилу написали, да? Написали общие, они подключили в интернете и все, есть бумаги, можно. Они просто подключили общее такое, называется... Открытое письмо всем, которые включили в интервью, интернет, простите, в этом аппарате, которые многие уже читали, и раздавали эти бумаги тоже многим людям, в Ефии, в епархии, многим верующим. Так им надоелось, как сказать можно. Боже, не могут терпеть это гонение, это лукавство, этот обман, это тиранство. Но ответа пока никакого нет от священного начала. Ничего нет, да. Еще другое. Пытается в лице некоторые священствователи. Тебе патриарх любит, тебе тоже... Он ждет еще у тебя какие-то меры, чтобы уже отменить решение. Ну, вот обманным и лукавым образом, неискренним. Я это уже объявил откровенно, я сам после общины. Община была, конечно, более так агрессивно сказать, или более так строго, чем я был больше мягким. Но я там почувствовал, что уже другой пути нету, примирение, они используются добротой и примирением души совсем наоборот или в отрицательную сторону. В своих корыстных интересах. Да, поэтому решил уже, передал, что уже простите, спасибо и благодарю всем, которые пытались исправить положение, но я как... По совести моей не уповаю, не надеюсь ни на какой контекст этой начальству. Потому что бесполезно, и сказал откровенно, что нет совсем доверия, пусть делают, что хотят, пусть оставят мне покой. Я их не буду трогать, пусть они тоже меня не трогают. Ну, все-таки вот эти вот меры репрессивные, наверное, по большей степени объясняются вашей достаточно открытой поддержкой, наверное, патриарха Иринея. Да. Как же, если этот человек, не только близкий, простой человек, страдает, это его патриарх, духовный отец, духовное начало. Как же можно, как с самого начала мне никто ничего не сделал, просто были в шоке и потом остылось все. Каждый вернулся к своей работе, к своему заработку, к своему... А патриарх сидит за решеткой седьмой год, да, получается? Да, шестой, может. Первый, по-моему, два года
Ну да, более свободный был, да. Да, может, это 5-6 год. Я помню, что я с навещали, может быть, 3 недели до того, как они закрыли его. У меня церковный лагерь, зашел даже с одним мальчиком, который был, остался последний, после того, как я развозил всех детей, остался один перед тем, как мы его развозили, его, ну, отвез его домой. Мы зашли как патриархию, и удалось нам встретить патриарха. Это было в 2007 году. И потом его закрыли, и доступа, вот как и я убедился, к нему практически нет вообще. Да, к сожалению. То есть каноничный патриарх сидит за решеткой, да. И все молчат. Да. И вся церковь вселенская, все молчат. Сейчас я уже, если можно назвать ее церковь, или стали более учреждения или организации мирские, под видом церковных облачений стали более организации, мирские, плотские, внешние, опирают на власть, на показы, бизнес, роскошь, деньги, удовольствие, веселье, многих. Я хочу просто несправедливо говорить, что и в Вайте есть такое, то не бойся малое чадо. Есть такое малое чадо, которое терпит, которое держится верой, которые ищут истину и правду Божию и хотят спасаться, но это мало, их мало. Ну, Богу правит не бойся малое чадо. Малое чадо, Бог не в силе, а в правде, да? Да. Надеемся, имеем еще упование на исправление, на покаяние. Главное, чтобы иметь покаяние, действительно, общее покаяние. Не только греческого народа, и палестинского народа православного, всех православных, живущих в мире. Как они допустили, как они могли спать и отдохнуть, или спокойно лечь, видя несправедливость, зависит от страданий других. И самого близкого человека, который является сам патриарх, духовный отец. Такое жестокосердие и отсутствие любви у нас сейчас получается, что мы веселимся, радуемся, пляшем и танцуем, в то время как старенький духовный отец наш, немощный, больной, вот как мы увидели, сейчас даже на видео видно, что он больной, он страдает, как говорится, мучается, даже плачет, вот я слышал интервью, плачет, вот, молится за нас, за грешников, которые предали, одни предали, другие промолчали. И мы вот такие вот безразличные, молчим и ничего не делаем для того, что даже и не молимся. Ведь одно дело пойти в открытую защиту, но и молиться-то никто не хочет уже. Ну, благословите нас. Благословите. Будем надеяться на исправление, на покаяние действительно. Искреннее покаяние всех православных людей. На нас лежит ответственность. И мы, желая спасения, немедленно должны все исправить, все говорить, проповедовать. В противном случае мы понесем ответ пред Богом за свое молчание, и за свое равнодушие, и за свое предательство апостола Христова. Спасибо, Господи, Ваше. Богу нашему слава. Помоги Богу. Господь дал победить и управить, и исправить все дела наши. Спасибо.